5 очков вы заработали на этом мини-турнире. Как считаете, хорошо это или плохо? Ну, я думаю, наверное, хорошо, раз заработали 5 очков. Радует то, что команда сейчас на хорошем ходу, ребятами доволен, но есть над чем работать. 5 хорошо, но 9 было бы лучше. Вы, получается, выиграли у нас 2 матча по пенальти. Тренировали? Да нет, честно сказать, не готовились к пенальти, готовились всегда по ходу игры выигрывать, но получилось, что в серии пенальти выиграли. Так что думаю, что это нормально. Тяжело играть 3 дня? 3 дня? Я думаю, да, тяжело играть. Если был бы, конечно, день паузы, было бы это более зрелищным, мне кажется, был бы футбол. Ну и в целом, если завершить, вы у нас дебютанты. Как вам Национальная студенческая футбольная лига? Понравилась организация? Понравились ли соперники? Ну, во-первых, хочу поблагодарить город Нальчик за гостеприимство, за очень хороший прием. Все руководство НЦФЛ от студенческой лиги поблагодарить, потому что это очень нужный турнир для студентов. Благо, есть и премьер-лига, и первая лига. Я думаю, что для развития молодежного спорта это большой плюс. Вам спасибо, удачи на следующих турнирах. Спасибо.